Итак, установил, значит, бойлер. Бойлер у нас на кухню. Бойлер у нас небольшой. 7 литров, но по факту 6,7. Такие же бойлеры идут и по 10 литров, но здесь толще стенки. Поэтому решили взять 7 литров. Вот такой у него тут переключатель температуры. Но помучиться пришлось. Так, во-первых, такой кран чешский. Вот, видите, установил. Вот с этой темой пришлось помучиться. Ситуация заключается в чем? В правильности ее монтажа. Кстати, пришлось переделывать вот этот клапан, потому что он протекал. То есть я работаю, ну, в последнее время вообще работаю только с льном и с маской сантехнической. Вот, подводки метровые купил, смонтировал. Соответственно, вот такую систему, вход у меня. Значит, какая ситуация? Вот у меня вход холодной воды. И тут я поставил редуктор давления по правилам. Тут у меня тройничок. То есть редуктор давления у меня защищает одновременно как кран, так и, то есть смеситель, так и этот бойлер. Потому что при тревогах и так далее, при отключении электричества, сейчас бойлеры взрываются. Значит, герметичность их нарушается. После него тройничок, потом обратный клапан, и после только обратного клапана я установил вот этот вот, клапан сброса воды. Вот, электрика, соответственно, тоже. Вот, у меня там был удлинитель, потому что кабель маленький. Вот, и, соответственно, здесь у нас слив воды, то есть патрубок идет и сливается вода. Ну, пришлось, у меня мусорник сначала здесь был, пришлось сюда его монтировать, потому что есть доступ к ремонту вот этой вот сантехники, канализационной. Вот у нас. Еще, кстати говоря, такая тема, что, видите, чтобы не бил током, я его к изоляции, потому что сантехнические трубы изолированы, и чтобы не била мойка, вот, то провод прикрутил, помогал, когда у нас был этот проточный водонагреватель. Ну, вот такая вот схема.